кэшбэк всем. Родители, которые приобрели детские путевки в летние оздоровительные лагеря до 25 мая, тоже смогут получить половину потраченной суммы. На федеральном уровне в настоящее время решается задача по определению механизма возврата денежных средств за приобретенные путевки до начала программы кэшбэка. И в соответствии с поручением губернатора на территории нашего региона до 28 мая будет создан региональный штаб для оперативного решения возникающих вопросов по возврату денежных средств за детские путевки. В июне начнут работу 47 загородных лагерей, но только 18 подключены к системе детского кэшбэка. В ближайшее время к программе возврата денег за путевки добавят еще 9 учреждений. Список тех, кто поучаствует в программе, опубликован на сайте «Мир путешествий» в разделе «Детские лагеря». Это могут быть и государственные, и частные оздоровительные центры. Однако в программе не участвуют палаточные, городские и лагеря дневного пребывания. Возможность получить кэшбэк вызвал огромный интерес родителей. Еще до начала сезона выкупили все путевки до конца лета. Это очень важная программа. Она важна и для лагерей, и для родителей. Во-первых, родители возможность купить то, что они раньше не могли себе это позволить, а сейчас тем более доход населения, соответственно, упал. Вот. И, соответственно, для лагерей, потому что раньше были проблемные реализации вот этих коммерческих путевок на определенные сезоны. Вот. Сейчас, конечно, их уже нет. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.